В Ижевске сегодня, 24 апреля, две девушки чудом не стали жертвами рухнувшей части балкона. Есть видео, я потом дам скидку. В Ижевске обрушение балконной обшивки чуть не закончилось трагедией. Видео инцидента появилось в соцсетях. На записи видно, что две девушки, еще не зная, что их ждет, пытаются зайти в магазин. Когда это у них почти получается, сверху начинает падать отвалившаяся от одного из балконов обшивка. К счастью, девушки быстро отреагировали и успели отбежать. Однако в комментариях сообщили, что одно из них повредило ногу упавшим куском. Ситуацию прокомментировал председатель объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев. С его слов, вины управляющей компании в произошедшем нет, так как обшивка балкона находится в собственности владельца квартиры. Управляющая компания в данном случае должна с точки зрения безопасности уведомлять собственника о необходимости проведения работ. Ответственность за причиненный вред несет виновник, которого, исходя из обстоятельств, может определить суд. Ну, а на этом все. Я дам ролик. Хорошо, девушки не пострадали. Вот так. Подписывайтесь на мой канал и будете узнавать самые интересные истории, которые происходят в нашей стране и за рубежом.